Книга «Открытым оком», том 3, тема «Покаяние», вопрос 976, Екклезиаста 3.5. Время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий. Что это означает? Может, настало время собирать камни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это изречение подхватили коммунисты-разрушители, когда стали возводить новые храмы. Я бы это отнес более к реабилитации жертв коммунистических репрессий, к возврату наших соотечественников, некогда изгнанных на чужбину. Более того, православная церковь практически отвергала руководство Словом Божьим, краеугольный камень. Разбросали стихи и главы, и берут из Писания только то, что им выгодно. Наступило время издания Библии, восстановления ее авторитета. В пастыре Ермы очень наглядно показано, как строится Вселенский храм, в котором все мы являемся кирпичиками, камнями. 1 Петра 2.5. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Сегодня православная иерархия все силы бросила на восстановление и строительство храмов, которые никому не нужны и скоро будут все отняты, а о душах – духовных камнях. Нет вообще никакой заботы. Забота о душах заключается только в приобретении их по вере евангельской, а не по предрассудкам. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую.